Добрый день! Сегодня мы в гостях в замечательном месте. Здесь очень красивый ансамбль из деревянного дома и деревянной бани. Мы делали проект несколько лет назад, и Екатерина сама воплощала по чертежам, по нашим. И сегодня с удовольствием, я думаю, покажете, да, как получилось, и мы посмотрим какие-то некоторые детали. Конечно. Это место планировалось как гостевой дом, дом для отдыха с банным комплексом, с возможностью заходить как с летней веранды для того, чтобы можно было здесь широко открываться двери, можно посидеть, попить чай, там, побеседовать. Если зима, то с другой стороны у нас тоже есть вход, там уже как бы чисто в банный комплекс. То есть это вот банный комплекс, это такое здесь место отдыха? Здесь, да, место отдыха и кухня, то есть этот дом вообще сделан для того, чтобы здесь можно было абсолютно автономно останавливаться и жить, если какие-то друзья приезжают, там, пожить на несколько дней, то есть здесь есть холодильник, прекрасная мебель IKEA, и плюс мы, значит, заказывали столешницу вместе с барной стойкой, вот, и барная все это очень... Барная стойка у вас необычная тоже, да? Да, барная стойка, как? Ну, по вашим рекомендациям все сделано, она такая функциональная, несет на себе еще вот такую нагрузку, она опирается на камин, под ней спрятан, да, камин. Зимой можно пожечь огонь, посидеть, побеседовать. У вас был проект, были картинки, были чертежи, и дальше, да, получается, вы, да, подбирали самостоятельно где-то что-то. Вот насколько там сложно было для вас? Вы уже не профессиональный там дизайнер-подборщик. То есть нет, я не занимала. Профессиональный, но для меня это вообще всегда очень большую радость доставляет. В удовольствие, да? Да, да, я очень люблю поковыряться, там, повыбирать мебель, там, плиточку. Да, можно ли по чертежам, то есть вот кому бы вы посоветовали, например, ну, самостоятельно так заниматься, да, а по чертежам как разбираться, это же все нужно тоже. И нет. Ну, во-первых, нужно иметь хороших рабочих. Ага. Нам в этом плане повезло, что у нас рабочие были с головой, ну и чертежи мы советуем. Чертежи они читали? Безусловно, чертежи смотрели, и всю инженерию там разрабатывали уже. Инженерии же у вас, по-моему, ее не было. Нет, у нас был дизайн-проект, да, дизайн-проект, да. Инженерия была отдельная, у нас наши рабочие там разобрались, все спланировали как надо. Ну и, конечно же, голову всегда надо прикладывать заказчику. Все. Я большой фанат разных сценариев освещения, поэтому мы здесь делали уже совершенно там различные. И я еще всегда думала, скажем, например, вот лестница, да, она подсвечивается, и, по сути дела, это единственное, если ты уходишь спать, потому что на втором этаже там спальные места, и там зона чиллаута тоже, и если ты здесь все выключаешь, и ты туда пришел, тебе как туда добраться надо, если темно, да, вот лестница с подсветкой. Здесь у нас есть, значит, выключатель, вот мы его включаем, когда пришли наверх, там выключатель, он выключает. То есть мы здесь все повыключали и спокойненько идем туда. Интересный пол у вас такой, тоже как яхтенный, получается, стиль. Пол, да, да. Про это. И вообще у вас получается такое, как морская тема здесь везде прослеживается. Да, получилась морская тематика. Ну, и она нам очень помогла. Да, да. Потолки натяжные дают очень яркий свет. Муж больше любит именно такое яркое освещение. Он, когда сюда приходит, он врубает яркий свет. Я всегда прихожу, включаю что-то такое уютное. Уютное, да. Мне так более комфортно. У меня муж в детстве играл в шахматы, и все знают, и ему часто дарят шахматы. На день рождения один коллега подарил ему такой замечательный шахматный стол, и он совершенно вписывался в большой дом, в основной, в котором мы живем. Но когда выстроили этот дом, мы поняли, что просто вот это место как будто бы, да. Еще так сошлось, вот прям сидишь здесь. Очень здесь сидишь, прикольно. Прям очень комфортно, и это все можно убрать. И хорошо сделана доска, надо сказать. Мы его используем как столик для, ну, для каких-то там напитков, чаепития, если. Вот, поэтому очень, конечно, приятное получилось. Да, и мы еще сделали здесь, значит, чтобы как бы для удобства, да, как у американцев у них принято, что на каждом метре розетка. Вот у нас здесь розетки есть даже вот в этой части, чтобы, удобно, ну, да, если зарядить телефон там или что-то. Вот. Потом у нас очень любят, много народ в семье, мы любим играть в настольные игры какие-то. Мы сюда переместили все наши игры. Опять же, там вот подсветочка IKEA. И отсюда тоже получается вид. Вот, и отсюда насколько... очень хорошо вид, да. Вот эта конструкция вся, она... достаточно такая хитро ломаная, да, и идет наверх, да, с канатом. Здесь вообще изначально, когда мы начинали это делать, нам очень понравился проект дома снаружи, как это выглядит. И мы прям вот захотели. Ну, бывает, видишь, он получается. Да, да, видишь вот так вот, и хочется иметь такое. И когда мы зашли, ну, когда нам уже все это построили, или мы там стали смотреть, как-то не очень все это нравилось, потому что была здесь стенка,
была там, вот в том помещении, которое уже к банному относится, там тоже все было перегорожено. Вот здесь окна не было, было окно здесь. И лестница у них по проекту как-то была вот просто вот мимо окна и наверх. И занимала собой, небось, все место еще, да? Ну, она вот здесь вот так вот прям вдоль. Да. Я сразу сказала, так как у нас там это стоит на границе между нами и соседями, я говорю, а зачем соседи будут, мы на них в окно смотреть? Сделайте мне, пожалуйста, вот сюда окно. Приехала, они мне сделали окно, ну, переложили все, да. И потом уже стали думать, как бы нам это сделать. Ну, это получилось так уютненько. Здесь сразу вырисовалось, что можно что-то такое для отдыха иметь, диванчики. И очень большая сложность была с этой лестницей. Она там сварная, но, тем не менее, все равно она поскрипывает. Ну, может быть, здесь связано уже с особенностями. Этот дом стоит на солнце постоянно, и здесь, в общем, достаточно деревянный, жарко. Деревянный, да, получается? Деревянный, да, здесь достаточно жарко, и крыша не такая высокая, но, давайте, тем не менее. Пойдем, посмотрим. Пойдемте. Да, это зона для чиллаута, скажем, просмотра фильмов. Здесь у нас висит проектор, по вашей рекомендации. Да. Экран. Чтобы было чем заниматься. Экран и здесь. Да. Вообще изначально тут как-то было, вот лестница, входишь, и все это было абсолютно отделено. То есть первый этаж от второго был разделен только лестница, да? И тогда был подход к окну. Сейчас минус какой получился, что к окну добраться тяжеловато. Но, тем не менее. Можно вот попрыгать здесь. Можно попрыгать, да. Сетка, дети, да. Дети очень любят там все время сюда. Ну и второй свет заныривать. Получается. Второй здесь свет, такой, да. И благодаря тому, что здесь кондиционер, и когда ты сидишь внизу, то есть на тебя ничего не дует, ты внизу находишься и а туда прохлад. Да, очень комфортная температура, да. Единственное, что если париться, то здесь очень, конечно, жарко, потому что мы, по сути дела, над сауной находимся. Да, диваны раскладываются для того, чтобы побольше места. Здесь осталось. Вообще так в идеале можно уложить 6 человек. Ну, и еще парочку внизу, если захотеть. Если большая компания приезжает, дети диваны раскладываются. Здесь не раскладываются, но. Особенность вы сказали, что когда по чертежам смотрели, не учли. А, да. Ну, я когда пол покупала, получилось, что я посмотрела просто по метражу. По ведомости. Вот сколько по ведомости, да, сколько надо, заказала. Я тоже, наверное, виноват, конечно, потому что надзора не было же, да, сам себе надзор. Вот, и когда приезжаю очередной раз, мне рабочий говорит, а у нас не хватает. Пола. Пола не хватает. Потом уже стали разбираться, оказалось, что по вашему проекту диваны были, как бы, должны были быть выстроены из фанеры там или из чего-то встроены такого. Были. Без, какие-то. Да, соответственно, пола там не было. Да, но и благодаря тому, что мы сделали диван, мы же их сделали, они же у вас были не раскладывающиеся. А вы сделали? А, просто, а мы сделали, да. А побольше, где вы взяли потом? Да заказали, да, получается? Да заказали, да, там же, в этой фирме. Искали по всей Прибалтике остатки, потому что фирма уже не выпускала такое, в таком варианте. И, в общем, мы выбрали все остатки. Вложение темы здесь вот такой да, интересный. Да, это морской. От моего дяди наследство досталось. У меня дядя был океанологом, и он, значит, нам вот такие очень красивые кораллы привозил отовсюду. И теперь они свое место заняли. В целом получилось очень недавище, на мой взгляд. Да, да. Да, уютненько. Все, идемте в баню теперь, потому что это дом вообще баня, вот, поэтому сейчас смотрим самое основное. Да, тут тоже, здесь вот основной вход, это, кстати сказать, по-моему, в вашем проекте было. Да, да. Да. Икея наше все. Причем вот я не помню, что там было с зеркалом, у нас не зеркало по проекту. Здесь высота, кстати, низкая, но за счет того, что здесь оно по центру, ты никак не... Нет, никак не мешаешь, да. Нормально. Так, пойдемте в баню посмотрим тогда. Давайте. Изначально по проекту вообще это помещение было разделено на два. И там должен был висеть котел в одном, то есть как бы вход зимний, котел в помещении, и потом проходишь и как-то вход в туалет и вход в сауну, ну или в баню, сделали. Там что-то. Да, здесь все перекроили, выделили душевую отдельную, значит, туалет здесь с той стороны вход, да, соответственно, душевая, место под хамам. Вот, здесь использовано, можно и оздоравливаться, потому что здесь соляные лампы, соляная... Из кусочков, да, вы их собрали, сказали? И вот это не я их собирала, это как-то, это польский производитель, значит, они собирали такие панели из остаточков, в смолу, их вкрапление. Мы только от себя сделали там освещение светодиодное.
Вот. Запах классный. И тут. Ну, есть, конечно, некоторые минусы. У нас тут какое-то освещение, какие-то светодиоды уже погасли. Не работают, да, что-то погасло, но так тоже неплохо. Ну, да, такое я когда хожу, да. Я когда хожу париться, мне достаточно вот этих вот лампочек. Симпатично. Очень приятненько, да. Так, ну как вам вообще здесь ощущения? Ну, здесь, здесь просто релакс, полный релакс. Отлично. Причем я, значит, когда решила, что травертин, потому на что у вас и на да. полу травертин, и здесь травертин, и весь этот травертин, у него же разные степени обработки, да? Там есть там шлифованный, полированный. Антик, там всякие, да, разные. Ну вот это не самый, да, это не рустик, это вот как раз шлифованный, но не полированный. Вот, и мне очень нравится, что когда его трогаешь, он прям он очень натуральный, сразу там римские термы немножечко вспоминаются. Да, да. Вот, столкнулись с непонятным, вот это у нас получается стеночка между санузлом и вот этим вот банным комплексом всем, да. И когда работает, хоть мы и сделали уплотнение, когда хамам работает, все равно ты входишь, выходишь, здесь пар много, и вообще, когда влажность, вот эта вся соль, она проступает, течет. Ну, но, как нам сказали, там, лет 5 она вам прослужит. Ну, уже довольно-таки долго служит. Тоже интересный эффект такой, аутентичный. Да. В принципе, тоже, когда вот в термо ходишь, там вот соль, она тоже, вот так же нарастает. Поэтому, в принципе, нормально природа. Да, да, очень приятно там. Хотелось, как у всех ассоциации такие, что вечер, баня, и обязательно огонь открытый там, или там какой-то камин, печка. И это действительно, это очень уютно. И задача была непростая, потому что его надо было как-то вписать здесь, да, громозды не хотелось. И еще, учитывая вот особенности крыши, да, здесь же мы же не могли просто так трубу пустить. Да, там скат. Да, поэтому здесь вот топка, да, и там под наклоном идет как-то дымоход. Все непросто, но получилось... Тоже интересное решение такое. Очень хорошее решение, да, очень. Я, честно говоря, всегда волновалась, чтобы не нагревался вот это... поверхность, не да? Ну, это искусственная, нормально. Искусственный камень, да, все хорошо. Не, ну она тепленькая бывает. Ледяное шампанское, конечно, подогреется. А про свет расскажите вот еще. А, свет? Свет, да, вот холодный, теплый, здесь у нас такое освещение. Ну, холодное, но это у меня муж, он больше любит, ему больше нравится холодное освещение, я вообще больше люблю уют, чтобы был, поэтому... Когда он приходит сюда, здесь у нас такая немножко хирургия получается. Ну, мы же не стали все выводить, все выключатели на одну стенку, тут недалеко идти. Вот если это вот так вот выключить, да, то получается очень светло, хорошо. Как будто дневное освещение. Да, дневное освещение, если что-то там рассмотреть такое, не очень знаю зачем, мне не надо. Ну, это на любителя. Мне не надо, я всегда очень уютненько себе включаю, и мне приятно. Спасибо большое за экскурсию, во-первых, да, это здорово, когда с таким энтузиазмом удается воплотить. Ну, я знаю, для многих это проблема, у вас действительно, вы просто, горите тоже счастьем. Да, да, это мне здорово, очень, это классно. Очень приятно было, на самом деле, очень приятно и с вами было работать, потому что подход был, прям неординарный. Да, что именно? Ну, нет, все, что вы предложили, да, хоть и я больше склонна к такому стилю, здесь достаточно... лаконично все, современно, да, мне больше нравится отнесение немножко, даже не классика, что-то такое более деревенское, но это получилось, то есть здесь очень комфортно себя чувствуешь. Здесь очень у меня у мужа приезжают гости, день рождения у него всегда, всенародный праздник, здесь у нас очень большое количество людей, и Новый год у нас всегда... банные вечеринки. Супер. Давайте несколько, может быть, не знаю, советов, рекомендаций для тех, кто планирует себе делать либо дачу, либо дом. Во-первых, с дизайнером или без дизайнера, потому что многие там сами пытаются делать с проектом, без проекта. И второе, по поводу... дело в том, что я, например, мой дом так сделали с дизайнером, и банный дом, гостевой дом с дизайнером сделали. Я бы сказала, что на многие вещи я бы не решилась, если бы не было дизайнера, который квалифицированно тебе объясняет, зачем это, как. А потом ты просто даже можешь себе не представлять, что к
какие-то вещи могут сочетаться друг с другом хорошо. Ну и потом дизайнер, конечно, он учитывает, мы все заняты обычно какими-то домашними делами, работа, и какие-то вещи ты будешь упускать, а когда есть дизайнер, он за тебя сделает очень многое. Со стороны, но все равно, если ты не будешь прилагать усилий, то есть если отдать все вообще на откуп, ну, мне так кажется, что я бы себя здесь не чувствовала, как у себя дома. Потому что... Вся основа есть, но вы очень много привнесли от себя, даже то, что сейчас рассказываете, да. Показываете. Вот мы здесь смотрим, как получилось. Очень интересно. Даже интересно, как та идея, которая была, она развилась именно в вашем исполнении для вашего дома. Да, ну потому что ты же уже смотришь, как это тебе будет. Ну, даже те же самые розетки, да. Mm-hmm. Ты когда... Вот мы присидим, вот у нас есть здесь розеточка, да. Ну, что мы думали? Что мы будем здесь сидеть, например, вдруг понадобится свет какой-то там или ну, для чего-нибудь понадобится розетка. И вот когда сейчас была пандемия, и старший сын с женой здесь, им пришлось, работать отсюда, им эта розетка помогла. Они просто здесь сидели, у них здесь был офис. Понадобилось. Да, да. Ну, все на самоизоляции, на удаленке работали. Еще два вопроса про чертежи и про комплектацию. То есть, насколько было сложно вам разбираться там в чертежах? Мне не сложно. У меня, может быть, это связано с тем, что у меня образование инженерное. Поэтому для меня, в общем, это не сложно. И по спецификации что-то такое понять. Сложнее бывает, если человек дизайнер, да, например, когда дизайнер с тобой идет, у него картинка более целостная в голове, в цветовых решениях, там, в стилистических. Мы можем блуждать. Мне кажется, что это да, хорошо, а на самом деле это как-то выбиваться может из общего стиля, из общей концепции дома. Да? А визуализация насколько вот в этом помогает? Визуализация, но это благодаря мужу моему, он большой любитель визуализации. Конечно, когда ты видишь... Здесь достаточно сложное помещение, пространство. То есть, сложное, да, и сложно было, но как-то оно все одно с другим сложилось. Я вообще, мне нравится просто вот в этом ковыряться, там, мне не лень, у меня было время, потому что часто же у людей нет времени, у меня было время взять, например, кусочек керамогранита, привезти сюда, посмотреть, потому что то, что ты видишь в магазине, и то, что ты приезжаешь уже в помещение, причем если это помещение еще не выкрашено, это будет одно, если там уже нанесена краска, если там какие-то уже элементы дизайнерские сделаны, оно все складывается, ты привозишь, и вот у меня так с выкрасами было, я приезжаю, не здесь, в доме в большом, приезжаю, я вижу, мне все нравится, как мне дизайнер нарисовала, мне нравится, мы с ней поехали, все это подобрали, но я прям вот приезжаю, смотрю, и я вижу, это, во-первых, это не мое, это мне будет в этом некомфортно. Проект проектом, а свои глаза и надо, потому что, можно, конечно, есть люди, я знаю, есть люди, которые, они просто, отдают, платят деньги, дайте мне ключ. Вы свое с душой. Я точно так же приеду в гостиницу. И там все будет чистенько, красиво, мне, может быть, понравится, но если не понравится, я переночую и уеду, останусь. Да. Дом должен быть с душой, с вашей. Да. Насколько долго вы делали вообще, сколько заняло по времени? Мне кажется, что у нас в пределах года, наверное. Год, может быть. Хорошо. Потому что у нас там уже проблемы со строителями именно с первой бригады. А ваше личное участие, оно требовалось все время на протяжении этого года или как-то этапами? То есть... Опять же, у меня было это время. То есть у меня были определенные обязательства перед семьей, но я не работала, и я могла себе позволить поехать, поехать. Даже мы сейчас в прошлом году дом перекрашивали, я поехала, купила, мне очень нравилась эта краска, но мы ее даже попробовали на одном из строений. Но, как выяснилось, когда обшкуриваешь уже брус, который был покрашен ранее, и он уже принял на себя какие-то атмосферные явления. Уже не то. Это оказалось совершенно. Я просто поехала, и я этих бедных ребят, которые мне перекрашили, их замучила. Я ездила челноком туда-сюда. Я брала, покупала, там выкрасы невозможно было, я покупала эти маленькие баночки, приезжала, мы красили. Я говорю, нет. И в один прекрасный момент я приехала, я увидела ее. И так вот бывает, да. Но здесь такого не было, кстати сказать. Здесь мне очень хотелось немножечко поиграть с цветом, но сейчас я смотрю, практически все сравнялось, хотя изначально было
что, ну, такие, такие полутона, которые, по-моему, только я видела. Mm-hmm. Понятно. И то они мне немножко тут вот белым покрасили, здесь не должно было быть белым. Mm-hmm. Здорово. Mm-hmm. Ну, мы работали в основном там, с вашим мужем, получается, но не с вами, общались по проекту. А можете дать тоже, так как он предпочел не давать интервью, можете дать какие-то, может быть, со стороны, это, может быть, какие-то рекомендации? Ну, мужчин, как правило, они более целостно смотрят на какие-то технические моменты, да? А женщина смотрит уже на какие-то дизайнерские, там, на цвет, ну, у всех по-разному. Но у нас с ним расходится, мы расходимся во мнении по цветам, как правило. Ну, тут он мне уже дал на откуп, когда уже, я поняла, надо было брать свои руки и закачивать, иначе мы это развезем еще. Я помню, даже один раз с вами встречались, тоже согласовывали какой-то этап. Хорошо, супер, спасибо вам большое. А вам спасибо за вашу работу. Мы очень довольны, всем всегда рекомендуем. Это очень приятно, спасибо. Спасибо.